Добрый день всем. Меня зовут Татьяна. Я из города Байройт, это Германия. Сегодняшнее видео я посвящаю своим покупкам, которые я сегодня сделала. Видео сегодня будет тоже ассорти, чтобы, как сказать, вернее, была съемка и в магазине сегодня, но там не так много видео, поэтому я решила это совместить и покажу вам новинки, которые сегодня там были. Я практически все купила. Наверное, изделия 3 я не взяла, а остальное, то, что новое было, я купила. И после показа моих покупок я вставлю видео из магазина, и там будет очень много фотографий. На первом плане вы видите хрустальные рюмки из цветного это цветной хрусталь. Он, естественно, встречается уже очень-очень редко. Особенно вот под водку рюмочки. Фужеры еще есть, а вот под водку, конечно, уже их даже вот на флоу-мартах и то очень редко они встречаются. Но две рюмочки идут с небольшим сколом, который находится вот здесь, но они даже не прощупываются. Их вот невооруженным глазом этот скол даже не чувствуется и не видно его. Вот такие вот красивые рюмочки. И к ним идут фужеры. Я сначала думала, что они одинаковые, а домой, когда принесла, нет, они оказались 3 от одного комплекта и 6 штук от другого. Вот, скорее всего, вот, да, вот это вот идут, сейчас я камеру повыше сделаю, вот это вот идут фужеры комплект, 6 рюмок и 6 вот таких вот фужеров. Так, я, наверное, их просто на стол поставлю, потому что на эту они не поместятся. Один посветлее, другой темнее. Также вот видите с рюмками. Оранжевые. Фужеры абсолютно все целые. Я дома их пересмотрела. Сейчас я их вот так поставлю. Это идет комплект. Вот. Еще раз скажу, что они сейчас встречаются очень-очень редко. И такие фужеры уже можно встретить в антикварных магазинах здесь, в Германии. Вот, это комплект. И 3 других фужера. Они более такие объемные, еще красивее. Это светло-зеленый. Вот такой звук у них, темно-зеленый и синий. И вот я их сегодня все забрала оттуда. Не буду рассказывать, как я это везла. Но это везла, в основном шла пешком, потому что боялась это все вести. Ну, ладно, не буду. Вот видите, они как отличаются. Вот эти вот идут выше даже они. Вот. Эти чуть поменьше. Но они все в идеальном состоянии. Вот эти все большие, все фужеры в идеальном состоянии. Только рюмочки с небольшими дефектами. И то не все. Две штучки. Остальное все целое. Вот такая вот красота. Я первый раз такие купила. Никогда их не брала, но здесь многим понравилось, и я думаю, этот захотела взять. А вот посмотрите, видите, вот на более меньших фужерах вот такой дизайн ножки идет, а на больших вот такой идет. Видите, они даже в дизайне ножки разные. Ну и естественный рисунок. Здесь виноградина.
А здесь нет. И они вот эти, по-моему, даже пошире в объеме. Звук, конечно, потрясающий у них. Сейчас вы видите вот такую вот красивую штучку. Посмотрите, какая она. Я с Полиной советовалась, спрашивала у нее. Она сказала, что это уже идет как антикварная. Ну, я не буду утверждать. Поэтому, ну, она, это слоновая кость, она в очень хорошем состоянии. Матовое такое золото, знаете, оно цвет как будто бы уже как бронза, да, вот такое темное золото. Вот такая вот она очень красивая. Черная с золотым. Смотрится очень-очень великолепно. Вот такая она роскошная штучка. Я, естественно, ее тоже приобрела. Вот эта штучка, вазочка фарфоровая, она итальянская, дизайнерская. Сделано это в Италии. Это корзиночка нашла уже свою хозяйку. Красавица неописуемая. Очень красивые розы. Очень красиво. И она, вот знаете, ее трогаешь, она такое ощущение, как будто бы она прямо вот, ну вот как эти, есть же корзинки, да, плетение. Смотрите, какая она. Очень красивая. Она нашла уже свою хозяйку. Такая вот. Так, есть, взяла вот такую вот маленькую корзиночку. Это ручная работа, лепка идет. Приглушенное такое матовое золото. Посмотрите на ручку. Но здесь есть вот маленький, вот палец уже цепанула. Вот здесь вот есть маленький скол, но ее даже и не видно. Она настолько красивая. Смотрела в интернете печать, клеймо вот это вот не нашла. Это ГДР идет. Да, это написано, что сделано в ГДР. Но это глубоко винтажная штучка. Сейчас я поправлю. Очень красивая такая. Так, взяла себе. Но если вдруг кому-то понравится вот это сочетание, я даже этот скотч не сняла, чтобы крышечки не гремели. Вот такой маленький-маленький кофейник. Он идет от SPM. У меня нет кофейника. И знаете, почему я его взяла? Он, во-первых, к моей розовой кухне. Ну, вот эти не то, что розовой кухни, а детали, которые я покупаю для кухни, чтобы вот цвет прям суперски попадает в мой оттенок. И я вам до этого показывала, я покупала вот такие вот чашечки. Они разные все фирмы. Блюдца от Розенталь. Чашечка идет от Томаса, но мне понравилось вот это сочетание, я совместила и купила себе. И вот посмотрите, как теперь будет сочетаться вот эти постельные тона. Розовый нежно, голубой и белый. Мне понравилось, и я вот, ну если кому-то понравится это тоже, вы можете это, конечно же, приобрести у меня. Но я считаю, что это очень так мило. Посмотрите, кофейник отделан золотом. Такой нежно-нежный. Как красиво, да, на столе будет стоять вот такие вот предметы.
Вот этот набор, это состоит из двух этих предметов: молочник и кофейник. Он уже нашел свою хозяйку. Это все такое миниатюрное, все такое маленькое, хорошенькое. Посмотрите, какая великолепная ножка у него. Ой. Роза, как вот сделана, да? Ручка вся в золоте. Здесь вот нет клейма, клеймо стоит на кофейнике. Только два предмета. Может быть, попозже еще выставят. Я не знаю. Буду периодически туда ездить. Я не сняла скотч, чтобы вот не этот. Тоже такая же ножка. Видите, горлышко прям, носик тоже золотом покрыто. Все, ручка. Это очень глубоко винтажная вещь. Я смотрела, искала клеймо в интернете, написано, что это Бавария, а вот дальше я не смогла ничего найти. Но это уже близко-близко к антикварной вещи идет. Это тоже приобрели уже этот набор. Так, вот так поставлю. И напоследок я оставила самую, конечно, красивую вещь. Честно, я признаюсь, я не знаю, как она называется. Не знаю. Кто знает, напишите, подскажите. Я не могу почему-то запомнить вот эти названия. Ну вот, наверное, это не мое. Вот. Но не удержалась, конечно, ее взяла. Вот такая вот штука. Это антикварная вещь. На ней стоит только серийный номер. Только серийный номер. Она в хорошем состоянии. Но видно, что ей пользовались. Есть потертости золота. Но рисунок, все на месте. Разные цветы в каждой корзине. Пока делала съемку, позвонила Полина. Она сейчас на занятиях, у нее была перемена. И вот ей не втерпёшь было узнать, что же я купила. Говорю, да я видео снимаю, ты меня перебила. И вот вернусь опять я к ней. Говорю, ты мне скажи, как это название. Она мне сказала, это оказывается менажница. Смотри, говорит, не манежница, скажи. Менажница. Это бомбоньерка. Вот. Теперь надо запомнить мне, как это называется. Это антикварная вещь, она сказала. Ей говорит, лет 100-120, говорит, вот этой штукенции, менажницы, вот этой вот. Она очень красивая, очень. Вот такое вот. Великолепно. Первый раз я, конечно, такую купила штучку, мне попалась. Сегодня она там в магазине, она даже в видео у меня не вошла, потому что она стояла среди фаянса. Почему-то ее прям вот на самые, может быть, кто-то для себя ее отложил. Так бывает, люди прячут специально, приходят, потом забирают. Ну вот, а я ее увидела. Так, кстати, я себе и свои тарелки покупала, суповые, которыми мы пользуемся, они очень удобные. Тоже люди себе оставили, спрятали в уголок, а я почему-то, ну, наклонилась и увидела их, и купила. Пусть люди меня извинят. Ну вот, вот такое мое приобретение. Фужеры я уже убрала, потому что ну, или сейчас для общей съемки еще раз их поставлю. Вот я установила. Сейчас вам еще покажу обзор. Это три штуки. Вот этих идут полный комплект. 6 штук. Еще раз скажу, что рюмочки попадаются очень-очень редко. И бывают вот эти дефекты, которые думаем скол, думаю, что это скол, оказывается, они бывают заводские, это дефекты.
Так что вот это вот красотуля. Вот это бомбоньерка роскошная, тоже прям цвет такой у нее. Так, покажу вам еще ее. Итак, сейчас Полина мне сказала, это вообще антикварная тоже вещь, она прямо вот, ну, изумительная. Все такое миниатюрное, маленькое, такое вот, знаете, кукольное. Эх, я себе кофе уже заварила, сейчас распаривается, попью. Ну, не из этого, конечно, но и вот такая вот штучка. Вот мои сегодняшние покупки, мои сегодняшние приобретения. Думаю, что вам, как и мне, это понравится. Сейчас я выставлю, соединю видео с покупкой, обзор в магазине, там будут фотографии. Ну, а здесь я уже с вами попрощаюсь. До свидания, до новых встреч. Заходите почаще ко мне на канал. Заходите в Инстаграм, ВКонтакт. Я там выставлю все фотографии. Подписывайтесь, я очень рада. Буду, что вы подписываетесь на меня. Буду радовать вас моим новым приобретением. Благодаря мне вы будете приобретать себе такую красоту. Еще раз повторю, что многое на флоу-мартах уже не продают. Ну все, дорогие мои. До свидания, до новых встреч. Пока-пока. Сегодня я приехала в наш социальный магазин и привезли посуду. Кофейничек красивый. Вот розеточки, это у нас идет. Не видно. Эдельштейн. Вот такие вот коллекционные. Сервис от Хутчен Ройтер. Легкий-легкий очень. 4 кружки все.
этого. Троечки новые появились. Нежно-нежно. Смотрите, какой стеклянный лист, он весь горит аж. Потрясающе. Розенталь сахарница. Thank you.